Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турция, Paradise Aranya. Нахожусь сегодня я в районе Тосмур, здесь продается под ВНЖ, хорошая, большая, 2 плюс 1, с видом на море. Глазами море видно вот так, как вы видите, вид не закроется. А также есть вид на море вот с крыши этих отелей и зданий. Проект был сдан в 2008-2009 году. Расстояние до моря максимум 300 метров, максимум. Это первый балкон. Восточная сторона, восток и юг. Мебель новая, кондиционер фирмы Баймак тоже новый. Спальня тут минимум 15-17 квадратных метров. Полезная площадь. Достаточно большая. Тут у нас первый санузел. Накопительный стимбулер фирмы Баймак. Можно душевую кабинку увеличить, если захотите. Кое-что нужно поменять в квартире. Холодильник фирмы Altus, Арчелик, посудомойка, Кумтел, вытяжка, плита, духовка. Это мебель новая установлена, бытовая техника какая-то новая, какая-то старая. Вот, например, этот кондиционер нужно поменять на инверторный, поставить. Также второй балкон, этот балкон побольше, чем тот. Также с той спальни тоже есть выход сюда. Можете застеклить. Рядом есть сеть магазинов Migros, А101, Шок, Бим. По четвергам здесь напротив рынок тут района Тосмур. Здесь большая прихожая. Второй санузел без душевой кабинки. Есть открытый бассейн, там фитнес снизу, теннисный стол, тоже покажу. Айдат или 600 или 800 лир. Кондиционер фирмы Баймак новый установили. Также выход на балкон. Тут спальня где-то 13 квадратных метров, полезная площадь. Спускаюсь вниз. На этаже у нас 5 квартир. Лесенка, пожарная лесенка с правой стороны. Вызовем лифт. Высокий этаж, не крайний. Лифт вместим 4 человек. Есть пандус. Открытая парковка на территории у комплекса. А здесь можно также остановить. А также снаружи можно остановить. Там зона беседки. Вот фасад здания. Недавно покрасили, как-то год назад. Тут бассейн, шезлонги. Есть баскетбольная маленькая площадка. Люди не будут людей снимать. Вот. Есть дерево финики. Кто не видел, вот финики. Как они потом желтеют. Это коричневые становятся, и мы их потом кушаем. Прямо у вас в саду этого проекта. И детская игровая площадка. Там качели на детей. Авокадо, кто не видел, тоже. Вот на дереве авокадо. В этом блоке сейчас фитнес, теннисный стол есть.
здесь ремонтируют, как вы видите, красят. Да, здесь все покрасят. Теннисный стол. Фитнес пока тоже ремонт. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 140 тысяч 500 евро. Айдат 800 лир, не то 600, не знаю, точно не помню, но думаю, что 600 минимум. Здесь даже своя кухня есть, тоже, наверное, можно будет пользоваться, санузлы есть, душевые кабинки здесь. Сауна есть, пока не функционирует, полностью ремонтирует управляющая компания. Ставим лайк, подписываем на наш канал, звоним, кого интересует именно квартиры под Венджи, у меня их много. Покажу все, что есть в тот день на этом рынке. Приезжайте в Аланию, помогу с переводом денег, а также в оформлении от А до Я, во всех процессах. Всем пока-пока.